Ребят, всем привет, пройдемся по мелочевке. Сегодня нам притащили очень большое количество всякой всячины. Значит, пройдемся по каждому. Вот такая вот красивая есть новогодняя сувенирка. Деды Морозы, там 50 рублей. Такой говорящий, танцующий Дед Мороз, 150. Вот такая красивая, не знаю, графинчик в виде булавы, 100 рублей. Такие домики сувенирные подвешиваются, и музыка ветров, там все дела, по 70 рублей. И такой же второй вот. Вот такой красивый настольный глобус, кому интересно, 150 рублей, шар хрустальный. Приходите, приобретайте. Вот такой вот подсвечник. Синий, есть еще коричневого цвета. Такая вот есть свинья. Естественно, это копилка. Цена 100 рублей. Просто статуэточка. Кому интересно. Вот такая большая игрушка новогодняя. Очень красивая. Цена-то, ну не знаю даже сказать, как 100 рублей. Она абсолютно новенькая, в коробочке никто не доставал. Вот такая винтажная турочка. Кому интересно, приходите, приобретайте. Еще одна копилка, пьяная свинья. О, денег тут прям вообще красиво все оформлено. Вот такая вот красивая статуэтка, тоже с батарейками. С подсветкой. Цена 150 рублей. Вот копилка в виде собаки. Приходите, приобретайте. Магазин барахолки, 3-й километр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Всем пока.